впечатлениями. Ну, очень приятно было через столько лет вернуться, в принципе, на родной стадион, где я начинал играть, как бы, выиграть вдвойне приятно. Я понял. Вопрос есть? А если бы гол сегодня забили, радовались бы? Если бы гол? Ну, конечно, радовался бы. Почему нет? В принципе, сейчас команда уже не та, в которую я, в принципе, играл. Сейчас все поменялось, и руководство, и много игроков. Но есть знакомые ребята, которые остались, играют, как бы. А так, конечно, радовался бы. В Тамбов, если предложили вернуться, вернуться? Не знаю пока. Это тяжелый вопрос очень. Это, как бы, у меня сейчас в Тюмени все устраивает, хорошая команда. Я уже давно там играю, поэтому сейчас что-то менять как-то особо желания нет. Как эмоции играть на родной Бровке? На родной Бровке отлично, отлично. Немножко тяжеловато, потому что мы в основном все матчи на искусственных полях проводим. Натурально многие немного сели, как бы с непривычки. А так хорошо. Почувствовал, как тепло встретили? Почувствовал, да, очень приятно. Не думал, что еще помнят кто-то. Знает. Столько лет вроде уехал, в 2007 году еще, в 2008 получается. Вошло почти сколько, 8 лет. Все помнят, очень приятно.